Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в данном видео мы с вами разберем матч чемпионата США, MLS, где встречаются между собой такие команды, как Philadelphia Union и Atlanta. В данном видео я, как всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую информацию, в конце оглашу свой прогноз на этот матч. Ставить или нет, решать уже вам, думайте своей головой, не забывайте о том, что в мире ставок всегда есть доля риска. Итак, поехали. Что касаемо данного противостояния. Атланта, команда, которая не сказать, что является каким-то топом, но при этом и аутсайдером не является. Как правило, команда нередко играет ничью, тем самым забирает для себя в копилку одно очко, но вот победы им даются крайне редко. И учитывая, что в гостях у них все складывается не лучшим образом, уже 12 матчей к ряду они никак не могут победить. Я думаю, что с Филадельфией им будет справиться крайне тяжело. Во-первых, Филадельфия довольно домашняя команда, но и в целом она показывает очень хорошие результаты. В последних двух матчах они вынесли своих оппонентов со счетами 6-0. То есть без шансов уничтожали своих оппонентов. И я думаю, что в этой встрече они не просто так являются фаворитами. На мой взгляд, это абсолютно оправдано. Поэтому моя ставка будет именно на победу хозяев, то есть Philadelphia Union. Ну а поставить на это событие по лучшему коэффициенту вы сможете в надежной букмекерской конторе MLBet. Ссылка на нее будет в закрепленном комментарии под этим видео. Переходите и, соответственно, при регистрации еще и вводите вот этот промокод и получайте удвоение первого депозита. Ну и, конечно, друзья, не забывайте писать в комментариях, что думаете вы по поводу данной встречи, согласны с моим мнением или же нет. Ну и, конечно, подписывайтесь, колокольчик и палец вверх. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.